9 месяцев понадобилось судье, чтобы разобраться в коррупционном деле, главный фигурант которого – экс-чиновник. Бывший вице-мэр в сфере строительства Сергей Демин попал под внимание правоохранителей в прошлом году. Тогда следователи стали раскручивать цепочку взаимоотношений чиновника и гендиректора «Барнаулкапстроя» Александра Конакова. Обвинение уверенно заявляло, что последний при участии Демина возглавил «Капстрой» и имел свободу действий, за это оплатил. Услуг по авиаперелету, проживанию, оформлению шенгенских виз и полисов медицинского страхования на общую сумму 158 961 рубль 30 копеек в адрес их исполнителя. Так, полагают правоохранители, обвиняемый отдохнул в Испании. Демин это опровергал. Общая сумма взятки, считает гособвинение, намного больше – 15 миллионов, 3,5 из которых экс-чиновник успел получить. Например, речь идет о строительстве ЖК «Парковый», подрядник обстрою компании «Стройпанорама». В 2015 году «Стройпанорама» выполнял работу по строительству объекта по адресу Барнаул-Парковая, 71. Согласно статье 14 данного договора, Барнаул-Капстрой вправе в одностороннем порядке его расторгнуть путем направления уведомления в адрес данного общества. В связи с чем «Стройпанорама» в лице его директора Зинова имел заинтересованность в продолжении договорных отношений. Однако есть и другой вариант развития этого процесса. В защиту Демина звучит версия, что Конаков мог дать показания против Демина, чтобы уменьшить свой срок колонии. Ранее экс-директора «Барнаулкапстрой» обвинили в преступном сговоре и получении взятки. Он вину признал, а вот Демин нет. Судья вынесла приговор – 9 лет строгого режима. Вы что творите? Это невинного человека, вы убите. Прокурор, как с этими, вы что ли совсем? Чего вы добились-то? Вы землю разрушили. Приговор будем обжаловать. Соответственно, установлен законом срок. Мне рука не трогает. Соответственно, собственно говоря, такие комментарии только. Более подробный комментарий можно дать только после консультации. Мы и телевидение, Да. А на какой результат вы рассчитывали? Вот как вы думали, ну, судья? Давайте мы не будем говорить результат, но мы однозначно не согласны с квалификацией действий, которые были, соответственно, отражены в том числе и в приговоре. Эмоциональность семьи подзащитного адвокат объяснил тем, что накануне оглашения приговора умерла мама Сергея Демина. И добавил, что в материалах дела он так и не нашел подтверждения фактам получения Деминым взятки. А потому не понимает строгость решения судьи и готовит апелляционную жалобу. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.